товарищи, деды, бабы, женщины, подруги бойцов, братья и сестры, в 30 километрах от нашего села враг. Слышите? Это бьют их пушки! Сейчас перед вами ставлю один вопрос. Хлеб. Тяжкий колос, что гнется от нашей честной работы на полях. Хлеб. Что делать? Что делать? Ну, дед Остап, говори. Ты среди нас самый старший. Пусть будет проклята земля, что врагу оставит хоть стебель. Жечь. Жечь под корень. За то, чтобы предать огню хлеб, поднимите руки. Как горох. Не видела земля такого чуда. И все это мы, это наши руки, наши бессонные ночи. Месть, страшная месть врага. Тушь факел! Вывез сапина под воды! В леса увезем! Thank you.
Батько! Батько! Грицько! Поранили тебя? Ничего, скоро снова в строй. А где мать? Сталинку возь. Позвать? Позови. Быстрее, девчата! Ветер переменился. Огонь может перекинуться на это поле. Грицко! Он ранен! По щелям, товарищи! Село родное, прощай, Днепро седой, прощай, луны широкополые, мы еще вернемся, а погибнем, дети наши отмстят за нас.
погоди, альбом подмозе. Ну, погоди, кумая, 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 Griechenland mit dem verdammten Feuerstein. Da war vielleicht geschwitzt. Вы, хлопцы, смерти не боитесь? Не боимся. Зря. Смерть подлейшая штука. Спрячьте оружие. Не прятать. Извините, пожалуйста, я не знаю, с кем имею честь. Прохожий. А вы? Мат Филипп Филиппович. Я так и думал. Вы доктор? Доктор. Ну, а я Соловон Честник. Разрешите познакомиться. Доктор Розенштейн из Западной Украины. А это кинооператор, хроникер. Аркадий Яковлев. Направлен к вам. Должен снять операции вашего отряда. Быть. Ну что же. Сегодня начнем снимать. Сай ин сонс малат. Пан офицер приказал, чтобы было тихо. Пан офицер говорить будет. Ну, как не вайовек. Пан офицер приказывает, чтобы женщины ушли. Пан офицер говорит, что удел женщин это 4К. Кирхе, киндер, кюхе. Кляйдер. Я. Церковь, дети, кухня, платье. Мать. Выбирать пану старосту женщины не могут. Это дело мужчин. Честник. Товарищ Честник. Там немцы, в селе. Здравствуйте. Здравствуйте. Товарищ Частник, там немцы. Немцы? Ну и что ж, посмотрим. Пан офицер предлагает выбрать старостой пана Долгоносика. Этот Долгоносик много страдал через большевиков. И вы его будете иметь, как хорошего старосту. Пан офицер спрашивает, кто против, чтобы этот Долгоносик был над вами старостой? Я против. Доктор! Доктор! Возьмите людей! Задержите машину! Погодите! Можете кричить. Домой! Ну, подвиньте, Маруся. Да какая к черту Маруся? Ну, все равно, Катя. Подал. Я не могу!
ты боишься, суд? Боюсь. Не бойся. Это быстро. Я не хотел. Ой! О, виходить, що я командир. Виходить, що ти. А ну, под козирьок. Ой, боже ж ти, мой, що це за фигура? Фигура? А ну, вон книжку із-за пазухи. Не вийму. А що це за книжка? Та твої, ну, начальник курсових місяців. Щоб у ті курсі діла. Ага. О, Господи, будьте ви прокляті, будьте ви прокляті, будьте ви прокляті на 12-го колена. Амінь. Остап! Остап, сюда! Вези, пока не отошел. Так это ж ты какого-то штатского дядьку прибил. С палатки как быстро. Так точно! О, богатый так весь. Штатского дядьку. Что? Что такое? По-нашему говоришь. Слухай, а ты его зря ударил. О, ты же его сам ударил. Молчать, так точно. А ну, посади его. Идите. Пустите. Пустите. Не беспокойся. Ремень крепкий и вязал я. Таких, как ты, я ни одного связал на своем веку. Вот недавно японца одного связал. Под Мукденом. В 905 году. Постой, постой, Тарас! Молчать! Так точно! Докладай, кто ты есть? Откуда бежал? Зачем бежал? И какая у тебя в голове есть мысль? Не думал, что так меня встретят. Дед Тарас! Дед Остап! Постой, постой! Ну да, деды мои дорогие! Ведь я же долгонос. Вот. А что я тебе говорил? Так ты еще жив? Жив. Более или менее. Жалко. Разлегал. Постой, постой. Ты в тюрьме был. Тебе за спекуляцию срок дали. Кто ж тебя освободил, а? Да, кто? Немцы. Я же не просил их. Они сами меня освободили. Как их выгонят, я там пойду в тюрьму, отсижу свой срок. Кто ж тебя таким сознательным сделал, а? Да, кто? Немцы. Как посмотрел я, деды мои дорогие, что на Украине делается, брызнули у меня слезы из глаз и кровь из сердца. Сказал я сам себе, укради, долгоносик, в последний раз. Украл я у немца револьвер и влез. Ну, тут вы меня поймали, голову палкой разбили. Так мне и надо, собачиться мне. Да, да. Подвязать? Так точно. Так. Ну, теперь отдайте мой пистолет. Вы мне не верите. Деды мои дорогие. Ну, отдайте пистолет. Я же вместе с вами против немцев пойду. Отдай пистолет, слышь? Хуже будет. Руки вверх, немцы! Стреляй! Боже ж ты мой! Всех перестреляю! Все село! До одного! Он был в моих руках.
Я отпустил его, старый дурень. И он отпустил его. Ей-богу, правда, сам ведь. Ну, что же мне с вами делать? На гауптвахту посадить? На гауптвахту. Нет. Сами упустили, сами и поймаете. Из-под земли его достану и задушу своими руками. Под моим командованием. Так точно. Есть. Ну, время уходить, товарищ. Они говорили, что завоевали Украину. Режут. Живет и здравствует советская власть. Живет Украинская Советская Социалистическая Республика. Живут и действуют законы нашей Родины. Ни одного зерна, ни одного куска сала, ни одной минуты жизни немецким оккупантам. Пусть найдут они на нашей земле голод и смерть! Смерть! Это очень, очень опасный вас всех там поубивала. Да живи, слава богу. Разговор у меня к тебе есть. Нас ищет. Тратит бензин, и то, слава богу. Дорогой наш батька Иосиф Виссарионович Сталин, пишем мы тебе из района, оккупированного фашистами. Гадами. Над нами день и ночь.
ты наделал? Что ты наделал? Я не вылез. Он летел так низко, прямо на меня. Думал, собью. Что ты наделал, Сашко? Подождите. Он не забил. Где их все равно? Огонь! Ушел. Ну что же теперь будет? Он заметил нас. Надо уходить отсюда. Нельзя. Как нас Чеснык ищет? Так, так, так. А ты понимаешь, что ты наделал? Висельник. Дисциплину сломал. Никак не мог удержаться, Дима. Он, гад, так низко летел, что я и не заметил, как мой карабин выстрелил. Выстрелил. Ну, разве я виноват, что руки сами? А Чеснык что говорил? А Чеснык? А какое ваше дело? Ну, идите отсюда. Извините. Пожалуйста, Борис Соломонович. Чеснык. Да. А Чеснык что говорил? Чеснык. Ну, не плачь, а то в болото брошу. Весь наш рот не плакал. Ой, горе ты мое, горе. За время вашего отсутствия у нас... Знаю, подожди. Докладывай раньше, кто дал первый выстрел по немецкому самолету. Кто открыл наш табор? Я первый выстрелил из этого карабина. Приказ мой слыхал? Слыхал. Почему нарушил? Очень хотелось убить фашиста. Эх ты! Спасибо, дед Тарас. Хорошего правнука вырастил. Правнука, внука, вырасти. Ты, Чеснык, разговоров не разводи. Суди, а рот наш не трогай. А ну отойди отсюда, стрелок. Катерина, присмотри, чтоб быстрее грузили. Немцы народ аккуратный, через 2-3 часа надо ждать гостей. Сделали? Ой, боже мой, да все. Нет, не все. Тетки Палашкины. От Кружков сюда 2-3 часа ходу. Аккурат к немцам попадет. Как бы ее предупредить? Дядька Чеснык, пошлите меня за теткой Палашкой. Ей Бог приведу. Або расстреляйте его к чертовой матери. Расстрелять? А ну-ка, подойди сюда, стрелок. Нагни голову! Ниже! А ну еще дай ему, сукиному сыну, чтоб не стрелял, чтоб не ломал. Хватит. Ну, хватит. Ну, выручай тетку Палашку. Тетку Палашку. Погоди. Сюда не успеешь. Веди прямо на кривую палку. Обязательно приведу. Быстренько. Хороший у тебя рот, дед Тарас. Мужественный. А как же? Весь рот в курсе дела. Мои офицеры, я к вашим услугам. Не успеет Сашко старуху мою привести. Минировать подступы к табору. Есть минировать подступы к табору. Ну, всем покинуть табор. Всем уходить. Всем уходить нельзя, Катерина. Почему нельзя? Откуда мы знаем, что они придут сюда?
Они могут податься и влево, и вправо. Мины зря пропадут. И потом они могут напасть на новый след отряда. Нет. Всем уходить нельзя. Верно, товарищ Чесник. Ну что ж, вы собираетесь в дорогу, а я останусь и наведу немцев на минное поле. Подожди, Маруся. Да какая тебе Маруся? Вот тебе аппарат, пленка. Передашь это, когда кто-нибудь будет идти на большой фронт. Мне больше снимать не на чем. Задание я свое выполнил. Так что я здесь остаюсь. Не кажи гоп, пока не в курсе дела. Дед Тарас. Табор открыл не ты, а внук мой Сашко. Значит, и оставаться мне. Вы молодые, ноги у вас крепкие, а мне по лесам за вами бродить трудно. Дайте мне гранат ручных, 10 штук, и 2 противотанковых. Ой, дед Тарас, дурный, а разумный. У него специальный стратегический план есть. Поставь меня, сынку, на этот, як то люди кажуть, бойовой рубеж. Коли козаки із Дону додому підманули Галю, забрали собою. Слышишь ты? Thank you.
материалу тратят на одного деда Тараса. Нервный народ. Красота. Ой, ты Галю, Галю, молодая. Ася! Давайте! Настройку! Господи! Мина! О, Господи, что вы это делаете? Господи! Лейб-гвардии эскадрон! Справа по взводу в атаку! Ура! Вот материал портят, не дай бог! А ну еще пятую распрана Драгунская императрица Катьки батарея! В еще одна пуля попала в деда Тараса. Не победят они нас. Нет. Will один. Он will один этот русский. Идут хорошо. Речь в руки. И начальник из головы сюда. Табар. Речь и шон. Дети, знакомые из каких сил? Речь и все расстрелять всех. Ты поведешь. Я поведу. Там их родственники. Ты покажешь. И я укажу. Нет. Я не знаю. Я укажу. Mein Gott, он был один, этот русский. Радиославишер Хунт. Thank you.
Как же их чесноку доставить? Вера! Люх, ты кто это? Ты что, аускатст, вас? Юрли! Ich hau dir den Schädel ein! За пазуху твой фотик и полезай в эту руку. Мы тебя навозом закидаем. Когда нас ведут, вылезешь и отнесешь чеснику. А как же с вами уйти? Как с людьми, так и со мной. Лез, сын. Постой, дай я еще и свою подпись поставлю. Я не подписываю, я не... Alles rauskommen! Dali! Ira! Tempo, Tempo! Ach, ihr versteht ja gar nicht, wie nett wir sind. Für euch noch spazieren, frische Luft schnappen, hä? Beine in die Hand kommen und Tempo, Tempo! Перестань бегать, дурак! Это раздражает меня! Я не буду бегать. Мама, ты! Возьми, мама! Иди к ним, посмотри, может быть, там есть родственники этого чеснока. Я не пойду к ним. Я не могу на них смотреть. Тус! Файгес! А, шлапшванскот! Плюс! Темпу! Далее, мистер Фикс! Быстрее работай! Крикни им, чтобы они быстрее работали! Быстрее работайте! Еще громче, дрекер поплюхтов! Быстрее работайте! Я сразу увидела и узнала тебя, Филимон Долгоносик. Палашка? Да. Я не боюсь тебя. Я плюю в твою поганую морду, собака. Фашисты и мы — это как огонь и вода. Нам природа велела ненавидеть друг друга. Но тебя родила украинка. Тебя кормила наша земля. Твое первое слово было наше слово, мама. В тысячу раз ты гажа их. И не будет тебе счастливой минуты на целом свете, Иуда. Земля наша будет жечь тебе ноги, предатель. Хлеб наш отравит тебя. Семя твое проклянет тебя. И не будешь иметь ты покоя до самой своей поганой смерти.
Кто она? Кто она? Ты знаешь ее? Я сам. Кто она? Я сам. Я украинская селянка, жена колхозника, коммуниста Соливона Чесника, мать бойца Красной Армии, комсомольца Грицка Чесника, депутат сельсовета и председательница колхоза. Режьте меня на куски, коты! Ветер буйный подхватит наши слезы, расскажет о наших муках. Они услышат нас, наши сыны. Они придут и кровью за кровь, и смертью за смерть заплатят вам. Повстаньте, гнани и народи, гнани и народи, я кубу гамани старуха моя, мать моего сына.
слушай. Лучше всех. Вот ягод собрали на обед. Приятного аппетита, товарищ Катя. Спасибо. Они ничего, сытные. Доктор, я хотела спросить, где запас кончить? И трофейный эрзац? И трофейный эрзац. Какое сегодня число, Борис Иванович? Подождите, так спутались числа. Сейчас сколько дней нас последует дней? Да, спутались. Спутались дни и ночи. Катерина, наши из города вернулись? Нет. Ой, боюсь. Та не однаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві, і вогні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. Доктор! Доктор! Да? Чесник із города вернувся? Нет еще, дедушка. А Сашко і Аркаша? И еще нету. Эх, и почему вы меня с ними не пустили? Вы же не можете. У вас рана в груди. Да. Мало. Ребер у деда Остапа осталось. Да не будьте вы упрямы, дедушка. Выньте вашу книжку из-за пазухи. Легче будет. Я вам отдам ее. Нет. Мне без нее легче не будет. Я ее не отдам до самой смерти. Вы меня лечите, доктор. Я его в своих руках держал. Своим... Ремнем вязал его ноги и отпустил старой дури. Лечите меня, доктор. Мне нельзя умереть, пока он по земле ходит. Ноябрь месяц, и товар подорожал, а в магазине двери не закрывают. Вы, пани, какой уже раз воду пьете? Жажда мучит. Жажда. Какой-то знакомый пришел. О, да подождите. Он говорит от пана коменданта. Принимай деньги. Да подождите. Вы от пана коменданта? Да.
Разве вы меня не знаете? Тихо! Ну что же, пойдем. Иди туда. Тихо. Я не хочу тратить на тебя честную партизанскую пулю. Я не хочу марать руки об тебя. Но если ты заставишь... Петлю. Прыгай! Заснул. Хорошие сны видит. Опять, наверное, с казаками немцев бьет. Или гопак танцует так, что аж земля вгибается. Горилку пьет, салом с хлебом закусывает. Холодно мне, товарищи, холодно. Холодно, потому что голодно. Борис Соломонович, позовите Аркашу. Они с Сашкой еще не вернулись из города. Как? Они же ушли раньше меня. Аркадий, товарищ Сосны! В чем дело? Со стороны Крушов показался отряд немцев. К оружию! К оружию! Доктор! Ну, Борис Соломонович, опять грузить семенной фонд, опять готовить к походу раненых. Есть. А тебе, Катерина, взять 5 бойцов и проверить этот единственный выход из лесу. Беги к чесноку. Я придержу их тут сколько можно. Ну беги, чего стоишь! Опс! Los, rennst mit Jungs, nur keine Angst, mit dem zweiten Fehler schmeißen wir die um! Los! Приказываю вооружить всех женщин, раненых, доктора, занять круговую оборону. Есть, есть! Не все! Автобус с зерном минировать! Исполнять? Есть! Есть! Сашко! Я слышал Москву! Thank you.
Здравствуй, Маруся. Я тебя так и буду звать, Маруся. К тебе это больше подходит. Зови, как хочешь. Возьми, Маруся, письмо. Прочтешь после моей смерти. Положи его в карман. Пусть и затрется в пыль. Мы с тобой по 100 лет жить будем. Отходить! Отходить! Я слыхал своими ушами, как радиодиктор говорил из Москвы, что немцы ворвались в город, что они подходят все ближе и ближе к радиостанции Коминтерна, и что он остался один, чтобы сказать всему миру, как бьются за Москву. А потом я слыхал выстрелы и фашистскую музыку. Люди стояли на улице и плакали, а немцы смеялись. А когда все услышали, что Москва сдана, так такое горе было всем, что всех тех немцев руками повыдушили, лавку на куски разнесли, и хозяину лавки убили бы. Но его кончил дядька Чеснок. Выйди сюда. Что-то хочу тебе сказать. Может, я ночью умру? Не надо, дядя. Конечно, не надо. Но ребер у меня мало осталось. А без ребер нельзя? Неудобно. Так ты книжку у меня из-за пазухи возьми. Народу отдашь. Какую еще книжку, дядя? Никому не говори. Вперед! Вперед! Люди добрые! Братцы! Да что вперед! Выходи вперед! Выходи вперед! Выходи вперед! Я же ничего! Я ничего! Вот ты думаешь, на Украине немцы. До советской власти птица не долетит. Она ушла куда-то и не вернется больше. Но ты забыл, что остался народ. Пока есть народ, есть советская власть. Живет и здравствует Украинская Советская Социалистическая Республика. И именем ее, вечно живой и нерушимой, я посылаю в тебя эту пулю. Нас осталось 103 человека. Thank you.
Чтобы его вспоминали иногда. Просит, что все, что заснял, переправить через линию фронта. Пусть увидит Советский Союз, как бьются за родину украинцы. Жму ваши честные руки. Аркадий Яковлев. 6 ноября 1941 года. Что? Какое сегодня число, товарищи? Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Работают все станции Советского Союза. Передаем речь Народного комиссара обороны товарища Сталина, произнесенную сегодня на Красной... Сегодня 7 ноября, товарищи! Славные партизаны и партизанки, разрушающие тылы наших врагов. Перепуганный интеллигентик. Не так страшен черт, как те он болеют. Верно, батюшка, верно, не более страшен. Не страшен! Не страшен! Thank you.
бегут! Гоните их, хлопцы! Гоните! Противник вас не уйдет живым! Нашей земли Германия вода выплачет! Умирайте! Умирайте скорей! На вас вырастет наша пшеница. Сталин, батько наш, спасибо тебе за слово.